Всем доброе утро. Мы пришли завтракать. Сыночек у нас не хочет лежать в коляске. Сегодня зато прекрасно всю ночь спал. Просто. Он, получается, проспал 4 часа. Я его покормила, потом опять 4 часа, потом опять покормила. Вообще, Да, так что, а сейчас он выспался и спать не хочет. В коляске полежал. Пока мы доехали, прекрасно лежал. Приехали, остановились, все, говорит, берите меня на ручки, я хочу все видеть. Ну да, здесь есть пока всего интересного. Естественно, мы завтракаем. У нас завтрак очень простой. Жареное яйцо, помидорки. Ладно, у меня еще, вот смотрите, у меня еще не съедено. Вот. Сок. Ну, я еще потом что-нибудь сладенькое там пойду посмотрю. Я тоже блинчик потом еще. Ладно, ребят, всем приятного аппетита. Мы уже все собрали, все чемоданы, поэтому мы потом отсюда сразу идем в машину и делаем чекаут. И в аэропорт. Красота? Ну вот и все, покидаем мы наши прекрасные апартаменты. В общем, мы тут пришли с Ваней к выводу, что нам не хватило буквально еще одного дня. Все-таки с ребенком все намного дольше происходит. И с малышом, если мы теперь будем куда-то лететь или вообще куда-то ехать отдыхать, то будем это делать немножко дольше. То есть не так, как мы привыкли, да, там на 2-3 дня. Ну, с дорогой туда и обратно получается 4 дня. То это, конечно, мало. Теперь мы будем отдыхать подольше, ездить. Потому что вот сегодня вот просто идеально было бы время откисать с малышом в джакузи, загорать на солнышке. Вот прям было бы в кайф. Ваня пошел грузить чемоданы в машину, я иду на ресепшн. Ванечка лежит в колясочке, отдыхает. Давайте я вам покажу, что находится за территорией отеля. Тут подстригают кусты, тут магазины разные. Цены, конечно, тут высокие. Вода, бутылка воды. Пол-литра, по-моему, литр. Ой, полтора литра или литр стоило евро 40. Ну, то есть дорого, если у нас... Ну, это курортный район, место, поэтому это нормально, в принципе. Тут тоже можно взять машину на прокат. Вот. Обычные домики такие. Не особо. Что-что, территория отеля классно сделана. Что за ней, ну все аккуратненько, чистенько, но не так круто, нету эффекта вау. Так что, а вот тут ресепшн. Сейчас мы туда придем с Ванючком. Лежит там, отдыхает пока. Вот, сюда заезжаем. Все очень красивенько. Цветочки, пальмочки, цветочки. Вот. Кстати, кто спрашивал, как называется отель? Сейчас вам покажу название. Вот, кстати, как называется отель. Здесь очень круто отдыхать с детками. Нам очень понравилось. Ой, я пока на улице с ним побуду. Здесь так хорошо. Ой, он, походу, опять уснул. А ну-ка. Не спит. Лежит. Лежит и не тужит. Мы уже прилетели в Барселону. Хочу сказать, что полет обратно был такой же спокойный. Даже, наверное, лучше, потому что Ваня до сих пор спит. Да, наверное, проснулся. О, я услышал. Услышал движуху и начал просыпаться. Сыночка, мы прилетели. Все, мы уже в Барселоне. Да? Я и не заметил, что это мы уже в Барселоне. Да? Мы приехали домой! Ура!
Надя с Альбертом нас забрали. Я тут уже быстренько накудесничала еду. В общем, мы заказали в Санта-Масе картошечку. Я салатик заказала себе. Надюшка, по-моему, заказала себе пиццу. И ребята по гамбургеру. Потому что у нас в холодильнике ничего нет. Кушать очень хочется. Вот, и Пусяшечка, вот она наша сладкая, кто спрашивал, все с ней в порядке, она вот она, живая, здоровая, очень соскучилась. Это элегантная волосатая женщина, элегантная, элегантная. Ласточка, да, у нас небольшой беспорядочек, но ничего. Творческий. Творческий. Сейчас будем кушать, так что всем приятного аппетита. Мы под вечер пришли в бассейн, вода нагрелась, прикиньте, Ваня померил температуру, уже 27 градусов, вода реально очень теплая. И я сейчас попробовала Ване окунуть ножки, и он не заплакал, а прям такой, давай этими ногами отдыхать. Так что завтра мы придем сюда, будем купаться. И надеем памперс специальный. Потому что, в принципе, можно без памперса, но так как это не наш бассейн, а общий, то если он нечаянно сделает дела, я даже не знаю, как это все вымывает, ну, как-то вычищается. Не надо. Не, поэтому есть специальные памперсы. У нас еще есть специальный купальник для этого. Ну, у нас еще купальник, да, есть специальный, плавки специальные для этого есть. Вот. Он уже хочет, уже смотрит. Я окунула, правда, когда вот достаешь, сейчас вечер уже, то, конечно, прохладно. Мы запутали ему ножки полотенчиком, чтобы не замерзли. Че, опять ты свою ручку кушаешь? Вода классная. Ну, ветерок такой прохладненький. Ветерок, да. Ну, ты помнишь, как в прошлом году мы залазили, и в воде было теплее? Да, и мы сидели в воде и грелись, потом уже вылазишь, так... Да, вот этот дом, получается, забирает вечернее солнце. Солнце, да, вечернее. Да. Косяк. Ты смотри, он глаз от воды не отводит. Ну что, завтра, сыночка, с утра? Сюда. Утром тут есть вот у нас, надо будет взять кусочек этого. Тенька от зонтика, что тут много деток приходят с родителями. Я думаю, вообще на крайний случай можно наш тот притащить. Да, ну а как его установить? Нет, ты не поняла, про какой я говорю. Слушай, а мне кажется, его можно принести. Поставите, чтобы он тут стоял, все им пользовались, но он черный. Ну что? А тут все белые. Ну что, а черный у нас стоит в кладовке тут. Не знаю. Все будут больше. Не знаю. Ну как хочешь, я в принципе не против. Просто если вода вот такая реально будет нагреваться, этот будет с нее не вылазить, как и его мама. Мы еще, кстати, пока летели в самолете, увидели у нас такой закрытый морской бассейн. Надо будет его найти. Вот, мы хотим его найти на карте. То есть в море как бы сделана такая бухта закрытая. И там, возможно, очень тепленькая водичка. И туда надо будет съездить. Завтра. Ты, малыш. Давай, папа, купайся. А то у ребенка тут уже это, ломка. Да. Мы уложили Ванечка спать, и сейчас будем ужинать. Я приготовила рис с тунцом, фасоль с кукурузой, свежая помидорка у нас была в холодильнике. В общем, сделала ужин из того, что было. Завтра уже поедем на закупку. А мы будем есть. Всем приятного аппетита. Знаете, ребят, как хорошо дома. На отдыхе хорошо, но дома еще круче. Мы целый вечер, Ванечка спит, мы целый вечер в нашей кроватке, не в зале, а в кровати валяемся. Сидим в телефонах. Ваня там поиграл, успел поиграть. Я нашла очень интересное занятие для нас с Ванечкой вот в Барселоне. И плюс еще обработала фотографию немножко. Ну, я так фильтр добавляю. Так что завтра выложу новую фоточку в Инстаграм. В общем, да, кайфуем дома. И открыли окна, такой свежий воздух заходит. В общем, красота. Но завтра... Завтра
было бы неплохо поубираться дома и разобрать чемоданы. Вот я что-что, а после поездок я ненавижу разбирать чемоданы. Я не люблю, не особо люблю их собирать, но разбирать я готова нанять человека, чтобы он за деньги разобрал мне чемоданы. Вот реально. Я просто ненавижу разбирать чемоданы. Помнишь, у нас один раз с тобой стоял чемодан, наверное, за месяц. Потому мы что... с него просто доставали то, что нам нужно. А да. Его не разбирали. Он стоял очень долго. Я помню, помню, да. Что подожди, я... это вот когда мы ездили в этот... Не-не, я сразу разобрала, да? Да, я сразу разобрала их. Еще Ванечки не было. Ванечки не было, когда у нас, да, была такая ситуация. Ну, блин, не люблю я их разбирать. Я тоже ненавижу. Вообще, кто еще придумал разбирать чемоданы? Вот, так что планов на завтра много. Ой, простите, ребят. Завтра тоже надо вставать. Да, Ваня завтра по делам, по документам едет, поэтому мы, кстати, из-за этого мы не смогли еще на один день оставить. В принципе, мы бы могли на один день все это дело продлить, но из-за очень важных дел с документами мы просто не смогли этого сделать, к сожалению. Но ничего, я уже смотрю отельчики в следующее место, которое мы этим летом полетим. Да, скоро же у Кати день рождения. Да, у меня же скоро день рождения, мне 26 лет исполнится. Какая уже старуха. Ёпрасте. Ну ладно, ладно, не старая я ещё. Вот. И ещё сейчас... молодая перспектива. Да вроде. Ладно, сейчас буду идти умываться. Сыночек спит. Ваня тут пуму мучает, обнимает её. Но она не прочь, не прочь пообниматься. Уже забыл, что это такое. Но уже и забыл. 4 дня ее никто не обнимал. Бедняжка. Как она сейчас выжила. Это точно. Ладно, ребята, спасибо, что вы были с нами. Кстати, еще у нас наконец-то нам сделали, пришел альбом. Да, завтра расскажу, что скоро у нас будут уже наконец-то фотографии и альбом с Ванечкиной первой фотосессии. Когда ему было 2 недели? Да, когда ему было 2 недели. Он такой маленький. Ну, короче, мы покажем. Как заберем, сразу обязательно покажем. Все, теперь я с вами прощаюсь, иду умываться. Ваня, скорее всего, идет монтировать влог. Так что всем спокойной ночи и всем пока-пока. Пока-пока.